Добрый день, а скорее добрый вечер, уважаемые подписчики и все любители пчел и меда. Вы на канале «Пчелы начинающим», с вами я, Анатолий Борисович. Сегодня у нас 9 сентября 2018 года. Сегодня выдался очень пасмурный такой, прохладный день, поэтому я решил обработать пчел бипином, предварительную сделать обработку, так сказать, того клеща, который находится на пчелах. Конечно, еще можно сказать рано, потому что очень много расплода и даже сеет матки еще очень интенсивно. Но все равно клещ есть на пчелах, и поэтому я всегда каждый год вот так после последней выкачки меда обрабатываю пчелы пипином, так сказать, предварительная вот такая обработка, чтобы убить клеща, который находится на пчелах. А потом уже окончательная обработка будет уже перед постановкой всех семей в амшаник, уже когда будет холодно, в конце где-то ноября. Обычно в такое время я ставлю. Ну а сейчас вот так. Обычно я это делаю каждый год таким образом. И проблем с клещом нет. Поэтому сейчас я вам покажу, как я это делаю. Так, для обработки пчел от клеща берем вот такой бипин. Вот такой бипин, вот ампулка на 1 мл на 20 доз. Так, такая ампула на 2 литра воды разводится. Воду предварительно подогреваем. Вот эта литровая кружка. Вот. Две кружечки такие выливаем. Здесь инструкция. 1 мл одна ампула на 2 литра воды. Разбавляем. Теплую делаем воду для того, чтобы лучше растворилась. И вот таким шприцом, обычный медицинский, из старых шприцов, так сказать, стеклянных еще, на 5 кубиков 5 миллилитров. Такой шприц будет на одну улочку. Ну все, пойдем обрабатывать. Таким образом снимаем крышку, подкрышник, и в каждую улочку по 5 миллилитров бипина. Пчелы его заберут, и клещ, который есть, его не будет. Да, погодка сегодня уже осенняя. Дождь пошел не вовремя, только на селе. Вечернее время, чтобы все пчелы были на месте. А тут дождик. Так, ну все, пока. Итак, друзья, закончили мы обрабатывать бипином. Обработали 30 семей, хотя там указано на 20 семей. Но учитывая, что я пользовался шприцом 5 мл, поэтому, наверное, хватило на 30 семей. Отводки я не обрабатывал, поскольку в отводках еще нет старого расплода и нет, естественно, клеща. Обрабатывали только семьи, полноценные семьи. Вот таким образом, если понравилось видео вам,
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего всем доброго. До свидания, пока.